Всем привет! Меня зовут Юлия Гаверонская, и это передача «Реальный секс». Сегодня мы говорим о 5 ключевых техник для удачного куннилингуса. Начну я с самой верхушки айсберга. Что значит удачный куннилингус или неудачный? Конечно же, самый удачный вариант, когда женщина в момент того, когда вы делаете куннилингус, достигает оргазма, а не говорит: «Милый, ну давай дальше, давай поменяем позу, или ты уже наконец-то пойдешь в меня, или ну давай что-нибудь я тебе сделаю». Это значит, что ваша техника такая на самом бытовом уровне. То есть человек пытается избежать продолжения, не хочет вас обидеть и просто хочет сменить тему. Что же делать мужчине, который впервые, возможно, делает куннилингус и не понимает вообще, что делать? Потому что то, что мужчина видит перед собой, это такое вот, как недавно мне сказали, хорошее описание вульвы, лодочку с парусами, что-то с ней нужно сделать, и чтобы женщина достигла оргазма. Ведь мужчина, он же по-другому устроен, у вас все ярко выражено, понятно куда, что с этим делать. У женщины ничего не понятно, нужно в этом всем разобрать, где клитор, где малые, где половые, большие, ничего же не понятно. И мужчины, они вот просто пытаются что-то делать, но не знают что. Знаете, самое первое, что бы я хотела посоветовать, возбуждайте женщину, начиная с головы. Никогда не начинайте делать так: сейчас будет куннилингус, идешь вниз. Не надо. Вот первое, с чего ты делаешь, чтобы вот, знаешь, на результате ты был доволен своим результатом, возбуди голову. Обещай, говори, как ты ее будешь целовать, говори, что она прекрасна, что ты очень любишь ее запах, тело, что тебе нравится, как она выглядит, что она особенная для тебя. Можешь сравнить ее вульву с каким-то цветком. Делай красивую предысторию. Вот это ожидание, оно питает наши эмоции. Ты можешь начать с обеда, можешь в кино, можешь где-то еще сказать, что ты хочешь ее поцеловать именно там, что ты ее свяжешь, что, не знаю, ты там придумаешь какие-то средства в необычной позе, что хочешь — помой ее. Вот это все, это такой большой ритуал, который подводит женщину к расслаблению. Вот довериться мужчине первый раз, особенно там, ну или первые несколько раз. Почему часто? Вот часто, когда вы делаете мужчине куннилингус с девушками, они закрывают глаза или, знаешь, подушкой накрываются. Не потому, что ей не нравится, а потому, что ей настолько стыдно смотреть, что там происходит. За всю мою историю, почти 4 года работы в сфере секса, я видела только одну женщину, которая садилась на стул, вот так вниз опускала мужчину и могла внизу ему говорить, что ему делать и как ему это делать. Большинство женщин, они делают вот так, отворачиваются, кусают себя, что угодно, они не смотрят. Ну, еще женщины, вы помните, любят темноту. Так вот, задача в том, чтобы ты настолько ей вот вклинил это доверие к себе, что ты принимаешь все ее ровности и неровности. Сейчас есть у многих женщин комплекс по поводу того, что малые половые губы могут быть больше, чем большие. Многие женщины комплексуют, даже не могут... Вот я знаю одну пару, в ней мужчина готов делать оральный секс постоянно, а женщина, когда он это делает, закрывает ему глаза. Вот она настолько комплексует. Вот поверь, если бы этот мужчина обошел этот момент, и изначально ей говорил, что ей все нравится, нравится ли, как он это делает, нравится ему, как она выглядит. И вот эти все маленькие компоненты, пазл, соединяешь, и получается, что женщина уже готова к тому, что ты опустишься, что ты будешь что-то делать. И когда ты ее разогреваешь мозгами, то есть ты говоришь ей, показываешь фильмы, что-то подарил, что-то принес, поцеловал здесь, и плавно иди вниз. Самая вот вторая твоя, удачная, то, что ты мог бы сделать, это второй этап, это в самый последний момент коснуться вульвы. До этого ты работаешь с периферией. Грудь, кусай пальцы, шею, уши, волосы, что ее включает, заводи. Кого-то включает посасывание пальцев на ногах, кого-то внутренняя часть бедра. Ты должен разбудить, завести мотор. То есть часто мужчину, я объясняю это так, вот представим, что мы на гонках, и две машины стоят, и два гонщика. И вот один типичный гонщик, он что делает? Он садится, и второй садится, но один вставляет ключ зажигания, а другой не вставляет. И когда машу, знаешь, флагом «давай», один просто давит в газ, а другой проворачивает ключ и давит на газ. И один, естественно, едет, а другой давит на газ. И говорит: слушай, что ж такое, я же давлю на газ. Но ты ведь не завел зажигание. Вот в чем ваша потеря самого важного. Вы теряете фокус, вы не видите, что с человеком происходит.
Как бы ты ни старался, каким бы богом любви ты не был, даже если ты сразу прикоснешься к вульве, я уверена, что каждый мужчина сейчас вспомнит женщину, которой было конкретно тяжело расслабиться и переключиться. И она уже и ждала. И многие женщины злятся, говорят, что он не понимает, что делать. Он это делает не так, мне не нравится. Вопрос в том, что голова не включена. Как только голова включена, каждый поцелуй, это вот так. Вот тогда ты все делаешь правильно. Теперь следующее. Начнем с знакомства, с того, что вот это клитор. И благодаря тому, что ты сейчас видишь этот плакат, это говорит о том, что вот здесь сформировано то, чем женщина может оргазмировать. Это так же, как, например, у тебя пенис и головка, так у нас клитор. Вот эту верхнюю часть ты можешь ее задействовать в оральном смысле. То есть, когда ты ртом стимулируешь вульву, что, собственно, называется кунилингусом, ты касаешься обычно головки. Да, не исключаю, что она может быть припрятана за капюшоном, и иногда тебе нужно открыть большие половые губы, чтобы клитор показал свою головку. Потому что вот здесь еще большие половые губы так спрятаны, и тебе нужно так открыть. Сравни это с тем, если когда женщина опускает тебе крайнюю плоть, И тогда у тебя получается, что вот она опускает крайнюю плоть и видит головку. Вот так иногда некоторым женщинам нужно обнажить клитор, чтобы он показал свою головку. Неправильно считать, что вот это все это клитор. Там есть большие половые губы, маленькие половые губы, и если открыть, внутри вот эта горошинка. Так вот, если мы говорим об этой горошинке, это только верхушка айсберга. Дальше у клитора есть тело и ножки. Вот здесь уретра, вот здесь влагалище. Собственно, что нужно знать? Смотри, если мы говорим о техниках, то техника номер один. Ты целуешь. Вот если мы бы пробежали, знаешь, по нескольким вариантам техникам и углубили. Техника номер один. Ты целуешь. Техника номер два. Можно дуть. Дуй на клитор. Три. Ты посасываешь. Четыре. Ты лижешь как кошечкой языка. И пятое. Ты делаешь очень острый язык. Это первое, что бы ты мог сделать. Но второе, ты ведь посасываешь не только клитор, а посасываешь и малые половые губы, и большие. Дальше я бы усугубила тем, что когда ты готов облизывать и целовать клитор, пробуй раздвигать ей малые и большие половые губы, чтобы натягивать их, вызывать движение. И можно их также, вот как бы если бы я на руке показывала, проминать. Проминая их. Не просто вот так вот, знаешь, встал и вот тут, зациклился. Нет. Я знаю, что есть многие мужчины, которые, например, вот он тебя доводит до какого-то оргазма, 40 секунд, господи, до припева не успеваешь дойти, он вот здесь зациклился и тебя довел. Но, да, я кончила, но глубина этого оргазма, она будет, если мы говорим о 10 баллах, на тройку. И получается, вроде бы и был заветный ранний секс, но такой послевкусия нету. Что значит глубина оргазма? Это когда ты можешь стимулировать всю лодочку. И ты видишь, что вот ты стимулируешь языком, вот и еще у тебя одна шкала от 0 до 10. 10 оргазм, 0 разгон. Ты уже зашел, например, на тройке на вульву. Она уже готова, она уже воспринимает каждое твое движение. И когда ты языком стимулируешь, видишь, что она уже доходит вот, еще одно движение, это, например, 9,5, еще одно движение, десятка она кончает. Это уже смазанный быстрый оргазм, а ей же хочется глубины и не быстрого оргазма, потому что женщины уже вкусили эту историю, и им в оральном сексе можно выходить на множественные оргазмы, один за одним волновые оргазмы. Поэтому наша задача, чтобы технически ты был правильно подкован, это первое. Движение языком. Они могут быть вверх-вниз, это очень важно понимать, вправо и влево, по кругу, и я сейчас говорю о языке, когда он очень острый. Второе. Острый язык – это болезненно, поэтому нужно сразу понимать, женщина твоя воспринимает этот язык или ей нужно, чтобы он был мягким, мягкие контакты. Если мы понимаем, что ей от острого языка больно, значит сразу переходи на мягкий. Дальше ты должен понимать, что ты можешь делать вот такие движения, вот прям язык укладываешь и делаешь вот такие движения. Можешь делать вот так. Это ты понимаешь. Чаще всего а движение вверх-вниз, которое похоже на мастурбацию, это называется однотипной сексуальной стимуляцией, женщина легко достигает оргазма. Но ты должен понимать, когда она будет больше возбуждаться, клитор становится очень увеличивается в размере, и вот за счет того, что он увеличился, ты не можешь вообще найти головку. У тебя остается такое вот просто поле, ничего, и ты вообще не можешь понять, куда.
твоя задача говорить с ней. То есть, если ты попадаешь на головку, она вот так вот делает, значит, ты на головке, не съезжай. Каждый раз, когда мужчина делает типичную ошибку, например, женщина сидит на стуле, танцует ламбаду тебе бедрами, объясняя, где клитор, все она тебе вот так вот пытается показать. Она тебя только-только-только подняла, только говорит, милый клитор вот здесь, а ты такой, и ушел вниз. Зачем ты ушел? Куда ты ушел? За кто тебя вообще просил уходить? Стой там, не двигайся. И еще один момент. Пробуй американские горки. Выводишь ее на шестерку, видишь, что ей уже очень хорошо, ну прям классно ей. И уходи с клитора на периферию. Преддверие, руками массажируешь, ртом целуешь бедра, руки включаешь, дай ей отдохнуть. Только она спустила жар, опять возвращаешься на клитор. Опять доводишь ее, например, до 8 баллов из 10. Это называется фаза томления. Ты уже прям ее доводишь, она уже сама просит, но ты не даешь. Ты опять откатываешься назад, опять на периферии. Можешь грудь, может вокруг вульвы, лобок целовать, внутреннюю часть ануса можешь постимулировать, ну, то есть, типа, промежную часть. Это все можешь погулять вокруг да около. И потом опять заходить на стимуляцию, когда ты уже понимаешь, что вот сейчас будет оргазм. Оргазм на качелях, вот этих вот, на этом американском, не знаю, варианте этих горок, это гораздо интереснее, чем вот так... Кончила. Все. Да, был у меня ранний секс. Был сегодня. Но он не такой. Я кончала, она говорит. Ну не так, Юль. Ну он все делает, ну как-то... Ну не так. Он как будто это делает на отвали. Вот это ощущение на отвали. Поверьте, мужчины, очень многие женщины это понимают. 5 техник удачного кунилингуса заключается в том, что ты делаешь, прелюдию. Второе, касаешься самой последней вульвы. Третье, ты знаешь, что ты можешь делать 5 вариантов стимуляции. Четвертое, ты никогда не забываешь о том, что стимуляция вверх-вниз все-таки чаще выводит женщину из плата в оргазм. И пятое, ты даешь ей возможность разгонять и откатываться. Что происходит? Часто тебе, возможно, так же, как и любому человеку, не хватает слюны. Если тебе сложно, и ты видишь, что женщина совсем тяжело вот, разгоняется, вот есть такой, знаешь, поправка со звездочкой. Купи смазку согревающую, съедобную, чтобы тебе самому было вкусно. Ну, вдруг тебе не нравится вкус партнерши или запах. Еще есть согревающие съедобные масла, когда ты можешь нанести на вульву, подуть, и он такой разогрев пускает. Они есть в большинстве магазинов. Это очень классный помощник. Еще один помощник твой, это, конечно же, игрушки, которые могут делать посасывающие или вибрацию. С помощью вибрации очень легко достичь оргазма, но как это будет происходить? Наша с тобой задача поместить вибратор или палец вот сюда, во влагалище, а здесь ты стимулируешь ртом. В момент, когда мы зажимаем клитор с двух сторон, ну, это условно, с одной стороны у тебя получается рот, а с другой стороны, ты либо пальчик кладешь внутрь влагалища, либо вибратор. Маленький, может быть, пальчиковый такой элемент с вибрацией. Мы делаем перераздражение и даем 2 стимула. И нервные рецепторы еще больше перераздражаются, и шанса на более качественный оргазм больше. Безусловно, есть такой момент, что женщина может не хотеть испытывать кунилингус или оргазм при кунилингусе. Она, например, может сказать на самом пиковом моменте, с чем мужчины сталкиваются, она говорит, все, хватит, все, я не хочу, давай дальше. Потому что они говорят, что им больно, что им надоело, что они, например, не хотят продолжения, что они хотят и вам уделить внимание. В этом вся сложность. Сложность в том, что ты как бы хотел бы финишировать и довести до победного конца, а она тебя останавливает. Это момент к тому, что женщина, не может позволить себе кончить при тебе. Б, это момент доверия в паре. Насколько она готова отпустить тормоза под твоим контролем. Ну и В, ты не говоришь ей, как это тебе нравится. Потому что, когда вы делаете оральный секс с женщиной, вы должны ей говорить. Хотя бы вот так же, как вам важно слышать звуки, стоны, что вам нравится, так и женщине важно получать обратную связь. Сдавливай ей бедра, показывай ей, что ты сам кайфуешь от этого процесса. Она должна понимать, что она любима в этот момент. Так сложилось, что когда вы, мужчины, развивались, в подростковом возрасте, например, вот ты хорошо знаешь, как выглядит твой пенис. Сверху, сбоку, ты хорошо с ним знаком. И ты его всегда узнаешь, ты рад его видеть. Ты его видишь 2 раза в день, 3 раза, 10 раз в день, когда ходишь в туалет.
мы нет. У нас этот процесс, знаешь, он как будто под покровом ночи скрывался. Многие женщины себя увидели первый раз, ну, не знаю, вот когда я спрашиваю, поднимите руки, там вот в зале мы разговариваем, например, на выступлении, кто бы узнал себя на селфи? Бывает, ну, две, ну, три руки из 50 или 100 людей. Вы можете представить, как тяжело женщинам вообще просто взять зеркальце и посмотреть на себя? Они не могут, и когда ты говоришь, пришли фото мне, она не может, потому что у нее столько всего вот этого стыда и скованности с этой вульвой связано. Ты можете представить, мужчины, что много женщин среди нас живущих, крутых, классных, модных, вообще не мастурбируют. Вообще. То есть тебе, даже будучи женатому, там отцу 5-10 детей, с предприятиями, там кучами проектов, у тебя есть желание и время помастурбировать, потому что ты к этому привык, это для тебя нормально, то мы нет. Мы напряжение вообще не сбрасываем. И когда женщина крайне редко мастурбирует, с чем вы можете столкнуться, и у вас, например, вы только развиваете отношения, и ты делаешь ей кунилингус, а она не может дойти до конца, это говорит о том, что ее нервная система сейчас не готова, именно интимная. Она не может, у нее все в резерве, как замороженная вода. Чем чаще контакт с телом, тем легче женщина оргазмирует. И это ваша задача принять, что первый раз может не быть оргазма. Может что-то не понравится, может быть больно, может быть она будет сливать это все. Не останавливайтесь, друзья. Мужчины лучшие вот проводники этой любви. Вы открываете женщину, вам дано это сделать. И уж будьте добры, просто примите тот факт, что даже 30 раз первых в сексе с любимой девушкой может не получиться. Это окей. Она может не кончить. Это окей, но она хотя бы психологически испытает удовольствие и кайфанет от процесса, а потом она уже научится отпускать эти тормоза. Я хочу подытожить все, что рассказала. Мне бы хотелось, чтобы вот, слушав наши передачи, вы понимали, что это только в книгах можно написать или в таблоидах, что вот за 5 супер техник вверх, вниз, вправо, влево, по кругу, подавил, пососал, я не знаю, повибрировал, постучал, ты доведешь женщину до оргазма. Нет, ребята, это миф. Давайте будем откровенными и будем понимать, что каждая женщина – это книга. Энциклопедическая, художественная, неважно, какая хочешь. Перед тобой стоит живой организм, который где-то рос, как-то воспитывался. Его обижали, не обижали, у него есть какой-то определенный сексуальный опыт. И вот это все приходит к тебе в образе твоей любимой женщины. И когда ты думаешь, что ты сейчас вот так ее доведешь, не доводишь и расстраиваешься, не надо расстраиваться, дайте время этому человеку. Если ваш человек, например, любимая женщина после родов вообще не подпускает вас к стимуляции, успокойтесь, дайте ей время. Полгода, может быть год, поверьте, роды это то еще испытание и проверка на любовь к себе. Вы должны, мужчины, понимать, мы очень разные, мы очень вас всех любим и уважаем, но если женщина не может прямо сейчас достичь оргазма, не надо доводить ее до того, чтобы у нее клитор болел. У меня был, ну вот напоследок вам, у меня был случай, мы обсуждали это с мужчиной, у него девушка, которая намного моложе его. Мы купили им в пару маленький вибратор, потому что ей было сложно достичь оргазма. Я договорилась с ним, что у нас был сценарий, что он ее свяжет, сделает ей классный массаж. Все будет замечательно. В общем, он ее связал, сделал ей классный массаж. Он ей этим вибратором клитор так раздражал, что ей было больно писать и ходить. Вы можете представить, что он делал? Он просто его поставил и не уводил. А она не знала, как ему сказать, что ей не нравится. Будьте, не знаю, ироничны, терпимее друг к другу. Просто принимайте, что сексуальность, она очень разная. И кунилингус – самый классный вот залог успеха, когда хотя бы она говорит, ну, что-то говорит, стонет, постанывает. Если она вообще молчунья, положи ее руку себе на плечо, пусть она сдавливает. Или хотя бы, если она будет делать сильнее, значит, ты можешь сильнее давить на клитор. Потому что там момент кунилингуса, мальчики, вот вы должны понять, что любое движение языком уже ощутимо. Чуть мягче, чуть сильнее, ей на грани класс, боль, и мы на таких качелях, вот так, ту-ту-ту-ту. То есть у вас по-другому, а у нас вот так. И только ты принимаешь, что там столько нервных окончаний, что одно твое движение не туда, это будет вообще другое ожидание. Ты все делал классно, одно сделал не так, все потеряно, нарабатываем заново. Поэтому я желаю, чтобы ваши ночи не были скучны, и до новых встреч, пока-пока.